Здравствуйте. В таких случаях обычно принято спрашивать, куда смотрит милиция, ну, в том смысле, куда смотрит наш президент. Я подозреваю, что наш президент просто курит айкос и в очередной раз кричит «ба-ба-да, ба-ба-да». Я о чем? В Херсоне нацики возбудились на музыкальную школу. Они вообще, по большей части, возбуждаются на тех людей, которые являются наименее защищенными. Женщины, дети, старики. Вот это вот как бы контингент. Третья музыкальная школа города Херсона требует закрыть, требует, чтобы СБУ занялась преподавательским составом этой школы, детьми, а также их родителями. В чем причина? А на конец сентября эта школа наметила проведение конкурса, музыкального конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Вернее, так, посвященного 150-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Кто не знает, был такой композитор еще в Российской империи. Русский, российский композитор. Ну и это же, конечно, зрада. Это зрада зрадная. И именно за это и директор музыкальной школы, и учителя этой школы, и дети, и их родители должны быть привлечены к уголовной ответственности. Наверное, по статье то ли державная зрада, то ли посягание на конституционный лад в Украине, то ли посягание на территориальную целостность. В общем, о ситуации в Херсонской области я поговорил с своим товарищем, многолетним уже бывшим народным депутатом Украины от Херсонской области, впрочем, он был давно еще, при позапрошлой власти народным депутатом, и бывшим советником Николая Азарова по делам инвалидам Алексеем Журавко. Алексей, снова ты бьешь тревогу, на этот раз в связи с детской музыкальной школой. Снова националисты, снова им не дают покоя Россия, русский язык. Обвиняют, черт знает в чем, это при том, что большинство наших этих радикальных националистов сами, по сути, являются русскоязычными и даже не пытаются переходить на украинский язык. Что случилось? Давай фабулу. Кто виноват и чем помочь? Ну, ты знаешь, я хочу, чтобы максимально распространили то, что в Херсонской области происходит. Ну, вы знаете, что недавно была арестована учительница, ее обвинили в том, что она на сегодняшний день работает с какими-то российскими спецслужбами, это бред сумасшедший. Теперь наши националисты, как я называю, это Инна Усачева, Виктор Ревуцкий, написали большой пост и начали травить музыкальную школу, которые, естественно, выступают дети на конкурсах разных и все остальное. Вот типа русские голову поднимают. Ну, бред. Там суть в том, что чуть ли не Путин, не Путину оду поют, и Путин организовал конкурс. Чуть ли не Путина и какой-то фонд и все остальное уже требуют закрыть по беспределу. Ну, вообще до маразма доходит, уже к детям прицепились. Но меня больше всего добило... Вот это такой порядок. Когда... Смотри, речь идет о третьей музыкальной школе города Херсона. Да. О третьей музыкальной школе. Абсолютно правильно. И они уже сегодня требуют настоятельно ее закрыть и чуть ли всех людей не пропустить через какой-то детектор, отправить всех в СБУ и в тюрьму. Ну, бред какой-то. Ну, понимаешь, вот... Всех людей, это директора школы, учителей школы, директора, учителей и все остальное, да. Но у меня вопрос заключается, вы что там, вообще с головами не дружим? Самое главное, СБУ на это не реагирует, да, вот националисты бегают, такими вещами занимаются. Ну а потом, когда я провел свое расследование, ну я чуть-чуть и прозрел. Есть такая Вазаловская Наталья от БПП. Так все эти ручейки идут от Петра Порошенко. С центра Киева дана команда спровоцировать такой сумасшедший конфликт. Ты представляешь? Я был... Подожди, давай так. Наталья, хорошо, от Порошенко. Кто он такая по жизни? Ну, она раньше возглавляла штаб БПП партии. А сейчас как бы находится в другой партии. Я просто не помню, какая она называется. Но все равно полностью тесно связано с центральным офисом непосредственно Порошенко. Это она науськала вот этих... А сейчас партия называется ПЕС, партия Европейская Солидарность. Да, ПЕС. Это она науськала непосредственно этих нациков на эту школу. И сегодня как бы
визжат о закрытии этой школы. Но это бред, это уже детей туда путают. Ну, детей-то впутают. Помнишь мальчика с Волыни, который спел «Смуглянку», советскую песню, которую, кстати, исполняли в фильме, где главную роль играл, опять-таки, украинский, ну, происхождение украинский актер Быков, и парня загнали, ну, пытались загнать. Тут та же самая ситуация, то есть дети, надо бить по детям, чтобы ничего живого в этой стране не выросло. Здесь как раз понятно. А какие действия уже произведены? Ну, в данный момент разыгрывается сценарий о том, о котором ты говорил, что это чуть ли не фондом Путина, не фондом России и так далее. Нет, это я твою статью прочел, как бы, и там это написано. Да, 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 это действительно так. И разыгрывается сценарий, что вплоть до закрытия этой школы. Так, а все-таки, вот, давай как бы разберемся с этим конкурсом. То есть, что это за конкурс? И почему так возбудились по этому конкурсу? Ну, потому что там все-таки музыкальные произведения российских, будем говорить так, российских великих деятелей. Композиторов. Композиторов, да. Там на сегодняшний день и стихотворения будут писаться, и Пушкина, и так далее. Пушкина тоже декоммунизируем. Ну, конечно, у нас же, как всегда. Но по большому счету, именно такая вот ситуация. Поэтому я решил огласки дать, чтобы люди знали, чтобы херсонцы знали то, что происходит. Понимаете? Как родители реагируют на это? Ну, дело в том, что родители негативно не реагируют на эту ситуацию. Могу только одно сказать. Многие со мной связались и просили, чтобы я дал информацию развернутую. Вот я и подготовил статью, и нашел непосредственно, кто за этим стоит и так далее. Надо... А в чем интерес? В чем интерес вот как бы конкретно этой женщины и Петра Порошенко? Ну, то есть, просто по принципу дурак, так Порошенко ничего просто так не делает. Нет, просто так не делает, понимаешь? Ему надо на фоне всего этого беспредела выйти и набрать какой-то рейтинг непосредственно. Показать, что он вот такой герой, и он защищает от русских страну. То есть ему рейтинг надо как-то поднимать. Но от такого страдают дети, в первую очередь. Но Херсон это же не Львов. Ну, то есть это ладно, во Львове вышел крикнуть там москаляку на гляку. Ну ты понимаешь, этот бессовестный человек на все способен. Ради достижения своей цели. Давай по логике. То есть Херсон не Львов. То есть, по сути, он на самом деле консолидирует людей, ну, большинство Львов херсонской, по сути, работает против себя. Или нет? Или там есть все-таки отбитие отложенное, перевоспитанное Порошенко за 6 лет? Ты понимаешь, в Херсоне тоже есть люди, которые сегодня думают как Порошенко. Поэтому ему надо консолидировать это все. Городские власти. Это школа муниципальная или она подчиняется там Министерству культуры как-то там? Не, ну она на сегодняшний момент херсонская, муниципальная. Городская, да? Это, то есть каким образом, как реагируют городские власти на это? Пока еще не знаю. Вот информация пришла, и вот я рассказываю, что происходит. Ну, то есть это в видении херсонских властей, мэра, городского совета, конечно, принять решение, конечно, о ликвидации этого заведения учебного, правильно? Ну, конечно, ну, зная, какой мэр на сегодняшний день в городе Херсоне, поэтому все можно, будем говорить, ожидать от этого мэра. Если у них спокойно проголосовали, чтобы воду не давать Крыму, а это статья геноцида, вот и все, так о чем мы говорим? Поэтому общественность должна знать и не позволить. Все-таки это дети, будущее наше. Общественность Херсона, она готова выйти под стены либо городского совета, либо, может быть, в школе и показать, что поддерживает школу и не поддерживает вот этих вот негодяев? Я думаю, что общественность поднимется. Если до этого дойдет, общественность поднимется, потому что им дурные дети не нужны.